Там, где трактор не пройдет, руками почистят. Рабочая бригада лопатами на улицах города орудует по-хозяйски. Работы с Нового года прибавилось. Муниципальное предприятие благоустройства дополнительно на обслуживание приняло 500 тысяч квадратных метров тротуаров. Раньше эти территории были бесхозные. Очищать их приходится день и ночь. Прошу терпения у граждан, потому что тротуары бесхозные передали. Вы сами видели, в каком они все состоянии. Поэтому мы прямо одним разом, одним махом это убрать не успеем. Соответственно, сейчас над этим работаем и делаем все, что в наших силах. Особое внимание нужно обратить на территории возле торговых точек, заявили на рабочем совещании в городской администрации. Убирать снег и наледь возле магазинов, ларьков и торговых центров предприниматели обещали исправно. Заключили даже договор с мэрией. Но выполнять обязательства по уборке спешат не все. Мы понимаем с вами прекрасно, что это, в общем-то, есть демонстрация гражданской позиции людей. Ведь это договор не хозяйственный, это договор добровольный. Если предприниматели или там другие организации его подписывают, а потом демонстративно не исполняют, таким образом они демонстрируют свое отношение к городу. Насколько исправно предприниматели выполняют условия договора, предстоит проверить. Нарушители порядка будут штрафовать. Лариса Шалафаст, Иван Карпов, ГИС «События».